Восстановительные работы здесь шли под контролем первого заместителя главы Сочи Мукдина Чермита, а сейчас газопровод восстановлен. Завершается плановая подача газа населению. Как сообщалось ранее, одна из опор моста была подмыта и рухнула накануне около 5:30 утра в результате ливневых дождей. Всего на месте аварии работало 30 человек и 6 единиц тяжелой техники. Полностью восстановить пролет планируется к 4 июля.